Доброе утро! О, как вы знаете, в Корее на Чеджу острове появился юрт. И мы с Юном нашли еще один юрт. Вообще там можно поспать и готовить. Хозяин, он привез юрт из Монголии прям. Поэтому мы сейчас едем. Расскажи, ты был в юрте? Юрт ара? Кер. Оттуки ара? Кер. Казахстан, это чонмак. Сейчас мы поедем туда, я буду за рулем. Юн поэтому очень боится. Поехали! Ехали! Вообще там нет еды, нам нужно купить. Вау. Все, пойдем, поехали, пошли. Кут-кут-кут. Все-все. Кут-кут-кут. Все, покупаем. Сейчас мы идем к Гер. Что за это место? Реально, юрта там. Мило. Такие дерево есть, это для шашлыка. Я вообще не понимаю, что это. Выглядит туалет. Конечно, это на природе не очень. Это... Ой. А, тут можно кушать. Ой, он тошнил бумагу. Ребята, так выглядит Гер. Он сам привез из Монголии это. Как вам мое платье? Я купила это в Кыргызстане и приглашу вас в мой дом. Пойдемте. Вот так выглядит Гер в Корее. А потом мы можем включать фильм и посмотреть тут. Блин, это здорово просто. Вот, потолок выглядит так. Я видела это в Казахстане, Кыргызстане, в Монголии пока не было. Такой дизайн вообще необычный. Вообще красота. Вот, Гер вообще последняя версия, я думаю. Тут здесь офигенный телевизор, Кока-Кола и... Юн тут положил всякие еды. Посмотрите, эта картинка. Я первый раз в жизни сплю в Гер. Юн, а ты? Как тебе? Мне очень нравится потолок. И снаружи из-за насекомых он так специально сделал. Мы забронировали это место недели назад. Один день спать, это примерно $140. Но я думаю, так и стоит. Это кыргызстанский юрт или монгольский? Это тут Чингисхан вроде. Тут как красиво уложены полотенца. Эта музыка я попирала. Как вам нравится? И похож я в Кыргызстане или в Казахстане? Похож на девушка из Кыргызстана. Ну ладно, тогда подождем до вечера, говоря, вечером красивее. Потом увидимся. Аньон. Из этого днем так выглядит. А днем еще можно чуть-чуть поспать. Красиво. Я не знала, юрт такой красивый. Рядом Гера есть озеро, Юн уже плавает. Делаем огонь. Будем жарить мясо. Это дерево. Юн не знает, поэтому хозяин пришел и помогает. Юн где-то видел, как делаю, поэтому повторяет. Давайте посмотрим, как он хорошо жарит. Или мне придется еще жарить для него. О, мощный. Ай, горячий.
Многие говорили, это не юрта, а гер из Монголии. А я вообще не знала, как закрывать крыши. Оказывается, если я вот так тяню, тогда это закрывает крыша, голова. Так надо делать, да? Молодец, я. Юн сделала, поэтому попробуем, как он вкусно готовил. Вау! Да? Хорошо. Очень вкусно. Да? Попробуй, попробуй. Неожиданно вкусно. Почему вкусно? Юн жалуется, потому что я не берила ему. Какое-то движение. Посмотрите, как он делает. Чай, и Юн уже делал огонь. Вот, его. Сульмангамезай. Будем смотреть огонь и будем хорошо спать. Расслабляюсь. Ну как вам понравилось сегодняшнее видео? Мы даже не знали, что в Корее есть такое место. Он сам. 한국에 이런 게 있는지 몰랐지. 엄청 좋아서. 근데 카자흐스탄은 이것보다 두 배래. 그래? 나는 아늑하고 좋아. 아늑하고 좋아. 응. Ну ладно, споки ноки вам. Еще сидите в следующем видео. Тогда 안녕. Пока. Будем только смотреть огонь.